Начинаем свое путешествие по Тбилиси с района Метехи. Это не только храм или бывший замок. Здесь, по преданию, был построен первый дворец царя Вахтанга Гаргасала. В те далекие времена именно в Метехи началось развитие Тбилиси. Это прекрасная обзорная площадка, с которой можно полюбоваться на лежащий напротив через Куру старый город. Район называют также Метехская скала. История района началась в 5 столетии, когда царь основал Тбилиси. Тбилиси на горячих источниках. Далее мы отправляемся в парк Рики, который построен в 2010 году, к Дню независимости. Из парка отправляемся к средневековой крепости Нарикала. Проезжая над городом, можно увидеть, что площадь парка повторяет форму Грузии на карте. Выходим из территории канатной дороги и путешествуем по крепости. Крепость Нарикала построена в IV веке. Руины древней цитадели – одна из главных достопримечательностей столицы. Так как Тбилиси стоит на горячих источниках, вот мы сейчас находимся на территории бани, сероводородной бани, сероводородной. Их очень много, разной категории и ценовой. Но этот район очень красивый, вот своими балкончиками, своими интересными домами. Смотрите, какие ажурные, расписные. И мы идем к ущелью, вот где такой вот водопад, он известный, и все здесь встречаются, и влюбленные, и просто. И вы представляете, и мы встретились. Я встретила со своими путешественниками из города. В городе я не всегда встречаемся, и 2 года можем не встречаться. А здесь вот встретились. В Грузии, в Тбилиси, в этом ущелье. Представляете? Это вот наш экскурсовод. Орел, символ города.
Тбилиси, ну, очень много памятников всевозможных. Вот один из них тоже, да. А мы подходим к памятнику Софико Чиаурели. Это великая грузинская актриса. Вот, значит, бюст ее, не, даже не бюст, а голова сверху, а вдоль, ну, вокруг постамента четыре фигуры. Это ее самые великие роли. Актриса снялась в более чем 100 фильмах и получила очень много наград. Тбилиси невозможно представить без посещения старого города. Вот мы отправляемся бродить по городу. Ведь путешествие помогает проникнуть настроением и красотой колоритных кварталов Тбилиси. А вот мост, мост мира, очень красивый, очень интересный. И вообще, вот я так думаю, для меня, вот мне он очень нравится. Вот кажется, вот эти вот все, ну, составляющие, из чего сделан мост, они как-то так вместе все составлены красиво, что, в общем, создается впечатление сказочности, а не только красоты. И вот уже потемнело, здесь быстро темнеет, ну ничего. Видите, как какой красивенный мост, да? Мост мира называется, через реку Кура. Как-то удалось снять, что никого нет. А так этот мост вообще всегда заполнен народом. Удивительно. И вот здесь, видите, спуски. Постоянно до реки Кура идут спуски вот вниз. Можно сойти с этого моста и... Как и мы сделали, вот сюда спустились, потому что заказали такси. Вот сейчас, и вот мы отправляемся уже в гостиницу. И я с вами прощаюсь, до новых встреч!